Но сорок тут правильно дежурил, кстати. Он меня не увидел, потому что я с юга обошел. Иначе бы он меня на подходе бы убил. Вода летался, 40 литров топлива. Если до филда долечу, считай, повезло. Если никого нет, ставь обороты. Эконом режим ставь и две. В том-то и дело, что есть. Жандармы-веломейстеры гонятся, я удираю. Ты где? Сейчас скажу. 370.1. В принципе, мне еще чуть-чуть до линии фронта дотянуть. Давай. Ищу тебя. Я вот где-то рядом я. Даша, уйди! Ни хрена себе ты орешь. Пардону просим, блядь. Я чуть сам не ушел. Я сейчас сяду и уйду, ага. Где? Не вижу никого. А, вижу. По земле ты идешь? Да. Да вроде ты один. Я моргаю. А, ну значит они от меня отстали. Ну ничего, мы им тут прикурить дали, в принципе. Не, ну видишь, блин, если бы с этим долго не завозились, вообще красиво получилось. Да я говорю, в конце, конечно, азарт взял свое, погнались. Это вот сейчас кто садится? Это Тайрос, да? Сейчас с дымом я. Да-да-да, вот я как раз туда слетел. Ну вот и Арос долетел, если бы видишь. Я не лоханулся. Я тут один на самом деле лечу пока. Ну, всем привет. Да, далековато. Привет. В 410-м у меня тут четверо по нолям, а то и больше. В 410-м, понял, обхожу. Все, меня запокашили, это был сектор первый. Ну это они типа арту атакуют или кроют. Ну и тут очень много. Это Белка и компания. Это другой FF. Чего-чего? Другие FF. Нет, это не другие FF. Это те самые FF. Да, они переобозвались. А, ну, посмотри статистику, там видно. Ты помидор это Белка, да? Васёк. Белка? А чё он таранит все время? Спасибо. Напиши ему, что он лошара. Два раза меня уже таранил. Рука дрожит. Белка это сеньор помидор. Лимон это Фобос. Ярно. А Чиполлино есть? Чиполлино, блин. Чиполлино. Чимарина, Чиполлино, да? Чиполлино? Я, короче, попробую через 446 квадрат пройти. Может, не заметят. Они знают, что это арта трудная цель, и нам так не дадут. А на арту все пошли, да? Да не все, мы тут разделиться решили. Пешек пока бросили на аэрфилд. Ну это вы пешек не съедили. На арту, Айрос говорит, там на красной и синей арте, там на нулях мессера. Вот хорошо, пускай там летают. Чем выше они летают, на тем лучше. Ну, я разговаривал на нулях его там убивали.
пешку опять атакует нас аэрофилдом. Давайте все вместе навалимся на аэрофилд. Я падаю уже. Аэрофилд, падаю. Бомбочками. Пошли все компании на финсовую. Да, тут 410 там возня на всех высотах, блин. Ну как бы мы подходим, но у вас что-то там дофига. Линда, уходи из филда, если ты там один, то... Боюсь, что ты там ненадолго. Понятно, что ненадолго. Ну давайте не все тогда на 410 и на Орду пойдем. На 444. По мне яко этот самый Мигарь стреляет. Мигарь, ёб твою мать! Мигарь, блядский, блядь! Да какое нахуй со ножками, блядь? Ёбнутый! С ножками идёт, смотрите, пока за вами строится. Бою. Линда, ну чё, пошли на Арту. Линда, тебя сбили, что ли? Струи на хвосте, как ты думаешь? Подвисли ли? Да, по-разному бывает. Так, давай, Зелена, что, на Арту тогда, идём. Давай, давай, я на... А я даже предлагаю ему снова Сергеевского и вот сюда, на самый Куэл ходить. Потому что здесь сил Арта все это прикрыто. Фуил далеко, бля. Ну, а что делать? Блин, надо, потому что... меня Мигарь пробил. Что все толпой, пойти. Что на фил? Хорошая пилка. Иначе труба. Ну, давайте подойдем на 444, народ. Все подойдем. Высоте может распределиться тогда. Да и здесь да дофига на высоте, тут куча мигарей, блять, все. Заебись, блять. Над аэрофилдом двое дежурят. Я пробит. Я же тебе говорю, там не двое, там больше, меня трое атаковали. Мига заходит месяц. Ну, правильно, пиздец. Так, вот кто вперед, куда пойдем? Так, о, подвозим уже. Ой, исчезаю, пока я тут сопли жевал, синяк прилетел. Линда, а тебе со стоянки видно?
Сбили его, нет? Нет, летит вот мимо меня просто. Сколько? Так, сейчас разворачивается. Так, смотри, исчезаем, исчезаем по это. Я тоже наблюдаю. Смотрите, с мародерами обзовут. Исчезаем, исчезаем. А на Вербовке, да? На Зряинске. Так, я пока ставлю, смотрю. Блять. Опять на стоянку заходит, исчезаем. Ах ты, черт, не туда зашел. Пацаны, прочухали они, что я ему арту бью. Так, все, он разбился. Пошлите на арту. Блин, да появляйся. Кто на арту собрался? 74-й квадратик, обойдите как-то, вы тут бой идет уже долго. Над нашими паровозиками. По-моему, направо надо рулить. Направо, направо. Со Зряинска. Истребители подтягивают такая ракета. Ну, я думаю, что это просто была полоса такая, что постоянно рот высотой. Может быть, это все пройдет. Пешка. 483. 483, сектор 3 заходит. Сейчас подойдет она через минуту, а я сзади. Ну, немножко до сюда. Он сюда был. Ну как что, ее собираемся? К филду подходите, к филду, к целевому. И подошли уже ударные туда. К 483. Сейчас будет и на их филде на 3000 мессер был. Там сейчас полка. Я на двух. По какому квадрату сейчас работаем? 483 аэрфилд. Подходи. Пешка над филдом. Стою в правом вираже на двух над аэрофилдом. Слушай, Линда, там зенитка целая. Похожу на землян. Для меня падает, заходи, все может падать. Тут одна пешка. Не, пока не падает. А немцы тем временем. А вот сейчас вот, Линда, наверное, будет заходить на себя. С севера 3,5 есть контакт. Я с севера подхожу, пикирую. На фильм. Севера на 1000. Так, ты походу.
Якорь на 3 климби, да? От филдом. С правым креном. О, опять все зенитки. Спускайтесь. Внимание, слева фоков сейчас будет заходить. На тебя. Сейчас уже справа. Он у тебя сейчас под брюхом. А он на пишку кто-то заходит. Да, вот я же его диктую. Пешка атака. Пошла фоку. Все, проскочил. Вывешивается кто? Якорь? Пеха на тебя, по-моему, от этого падает. Фока вправо дает, только за снижение. Не набирай. Сверху падает один. Я далеко. Два контакта вывешиваются. Я отбомбился, ухожу. Фока переворачивается вверху, сейчас будет пикировать. Падение. Через полосу прям на кого-то. Якорь под тобой сзади снизу, Фоки. Сейчас Пеха на кого-то будет атаковать низко. Кто по нему идет? 6. Кто идет курсом 300? 270. В меня попали. Атака по якорю Фока, который вправо вниз пошел. Там у меня рассинхрон, да лак. Пускай атакуют, у меня рассинхрон бешеный, хрен пробьет. А, черт. Отхожу от Фоки. Блин. Кто с дымами вниз, атака? Угу. Он промазал. Винто. Давай влево, если можешь, подтяни его. Мессер пришел, перед Фокой проскочил. А наверх кто мессер вытянул, да? У меня еще минуты 3 поработать у филда. Так, 2 на 2, говно. Ну, Фока еще подошла на 2000.
Так, с дымом кто идет? С дымом я с запада. Пытаюсь за линию. Кого-то атакует. Да, он кого-то атакует там. Меня там прессует. Один целый, один с дымом. Ребята, у меня над северной артиллерией тут просто адище творится. А, понял, ладно, попробую тут один выжить. Так, Ил, подхожу к филду. Угу. Сейчас телепортов не было, Слава? Он болеет, что ты еще и потерял. Ты по нолям, да, подходишь? Я не видел. Да, по нолям, высоту набираю. Ага, отлично. Я западнее филда один кружусь с двумя. Да, вот я тебя увидел, тебя впереди. Ил, на тебя шестерка падения. Ой, ясно. А кто еще сзади? Я. Ага, ага. Так. Там свой сзади. Возьмутся, да, возьмутся. Так, целого не вижу. Вижу только битую фуку. Целый около меня. Я да, в змейке. Да, пикирую к тебе. Не надо в змейку. Пробил бак, сука. Я отхожу, у меня топливо. Какие-то два контакта идут от смелого филда низко. К филду да. Подходят. Готов. Вынесли. Да. Что ж такое? Уходим, да. А кого гонят вот? Нашего гонят, парни, смотрите. 519-й, 7-й сектор. Отходи к филду, вот кого гонят. А, все, упал. Хвост отпилили. Теперь второй вот, который... Бил подошел, зачем-то, блин. Уходи, Ил, отсюда. Да по зеленке так и пойдем так. На юг. Ладно, всем спасибо. Счастливо. Счастливо. На танчики надо идти. На танчики надо убить. Если не убьем танчики, потом замучаемся их, да. Надо было с них начинать. Что-то я не посмотрел. Кирилл, у тебя какие настройки интернета стоят? У кого? У тебя. 2 и 1. Два исходящего? Нет, 2, да, а нижний 1. Спасибо. Фух, я офигеть. Не увидел разницы. Я дергал эти ползунки. Бесполезно. Нет, после этого патча вообще жуть. Всем добрый вечер, с Новым годом. Добрый вечер, привет, с Новым годом. Добрый. Миг, як, двояка и лак. Это, мужики, а мне на чем подойти? Истребители. Товарищи, которых пара летает, на связи. К вам пара еще подходит с запада. 1,5-2, что-то много оно слишком стало. Так, а кто там на полосе стоит?
Кирилл, по рулёжке ты взлетаешь? Да. Анохи кто дает? Я давал. Свои. Сзади свои двое, да? Справа там. Да вроде все свои были. Стопудов сейчас села съедят. Да тут сейчас походу и не выйдешь. Все забито, бля. Давай, уходи, кто там якорь, блядь. И вот работа.